когда на аэродром прихожу, я в первую очередь надо с ним поздороваться, сказать, спросить: Илюша, как дела, дорогой? Авиации, как все малыши в детстве мечтают, там, летчиками, я не мечтал. Но так получилось, что стал заниматься парашютными прыжками. Затем пригнали самолет Л-29. А что, пацаны летают и хочется. Ну и вот поступил на курсы летчика. Это была очень хорошая система ДСАФ. Зимой теория, летом практика. В любимое кресло сесть. И потом уже выбор был или в военную авиацию, или в гражданскую авиацию. Вот мы здесь поменяли курсы глиссадные. Оно более современное стоит. При заходе на посадку выдерживать курсы глиссады. И радиостанцию мы поставили, баклан сюда. А так все, все живое, все свое родное. Дай бог сохранить бы это все. Но опять же таки должно работать, а не так периодически, что залили ведро бензина, отгазовали. Я так утрированно говорю, что и да, стоит дальше. Даже стекла здесь он в пыли. Вот. И, не знаю, салон бы доделать еще. Очень дорого все обходится. В некоторых местах здесь коррозия пошла. Вот. Ребята довольно-таки хорошо сделали все это. Вот. Вырезали, заклепали. Тут загрунтовали, даже не видно. Это грунтовка еще пока вот так вот. Я чем старше, тем я влюбляюсь в самолеты. Люблю их очень сильно, и не только летать, но и что-то там еще и гайки покрутить. Когда были в Борисоглебском училище, к нам прилетал всегда Ил-14, и мы, то есть, перемещались не автобусами, а самолетом. Ну и, конечно, очень хотелось полетать за штурвалом такого раритетного самолета, подержаться. Ну и по очереди мы все как бы вот и летали. Так сложилось, что мы с Улан-Удэ, то есть Мирнинское авиапредприятие, возили на ремонт и новые лопастя в Улан-Удэ, завод там выпускал. Я полетел, значит, и вот на стоянке его уже, вот там они в поле были, и там их и резали. И с чувством, таким огорчением, что если сейчас этот уйдет, ну, уходит легенда, авиация уходит. Ну, тяжело даже передать, как это все это думалось. Тогда не было опыта купли-продажи самолетов. Я говорю: вы же там мне посчитайте, сколько это будет стоить-то все. Стоит-то не столько дорого, как нам продать тебе его, вот это вот, чтобы нас не наказали и прочее, прочее. Ну, как бы порешали, согласны, договорились мы это все. Вот, и 3 ноября, да? В 1993 году мы его пригнали вот в город Мирный. Это счастье беспредельное было, понимаете? Ну, так как-то далось оно, ну, не с таким большим трудом, как сейчас его стоит отвоевать, чтобы он еще живой остался. Мы не думали тогда ни о коммерции, ни как бы... Мы думали, как это сохранить. Любовь, она с каждым годом все больше становилась. Мы на праздники участвовали везде в городе Мирном, прыжки выполняли. Вот, и мы летали по всей почти Якутии на Ил-4. И вот когда финансирование же в аэроклубах прекратилось, то, в общем, это было подспорье. То есть Ан-2, мы вахты возили на Ан-2 и Ил-14, и так потихоньку. Ну, когда нам полный кислород перекрыли, и мы, конечно, не вытянули все это дело.
мы как бы в Ленинград не сразу попали, город Санкт-Петербург, а мы сначала добрались до Шушенского, потом Шушенского, как бы скачками, прыжками, перелетами, а потом в Абакане. Ну, в Абакане не сложилось как бы финансирование клубу, но самофинансирование, ну, это не выжить, это полная утопия, понимаете, потому что сегодня можно, завтра нельзя, там и прочее, прочее. И, во-первых, это не те деньги, чтобы содержать штат там и прочее, прочее. То есть без поддержки аэроклубы они не могут жить. Это очень сложно и тяжело. Запуск первого от винтов. Первое это началось с налогового, естественно, когда ввели транспортный налог и на авиацию, главную авиацию ООН, те самолеты, которые летают, перевозка грузов и пассажиров, они не облагаются налогом. То есть они как бы выполняют функцию для страны очень большую. А мы типа того, нахлебники и прочее, прочее. Значит, мы должны платить налог. Ну как можно заплатить налог 1 000 000 рублей в год? Не летаючи, вот просто стоять, лелеять, где-то заработать, где-то чего-то на банку АМГшки или бочку масла. Ну, как пенсионеру, да еще не работаешь, да еще в возрасте. Ну, это очень сложно. То есть я получаю пенсию как 11 тысяч минимум прожиточный. Работы вообще нет. Да и как работать-то, когда вот такой взрослый ребенок у нас, которого кормить, двигатели запускать, нужно все это сохранять. Ну что его, я бы с севера уезжал, бросил его. Да это утопия полная. Легче повеситься, чем бросить его там. А так вот, ласточка живая. Содержать самолет такой одному сложно. То есть, вот с тех пор, как пролетели мы в 2003 году, ну, почти все время один и один и один. А вот такое подспорье, как клипы там и прочее, прочее, ну, иногда хорошо платит. Допустим, вот «Зечка», да, фильм 50-х годов, а он тут как тут. Ну, было бы лучше, если бы, конечно, он еще и летал, допустим, сели, взлетели, прилетели. На одном аэродроме можно отсюда взлететь, а сюда там вот зарулить, сесть, как бы это, то есть создание фильма. Это было бы еще выгоднее, понимаете, и как бы и нам, и им, то есть с изюминка фильм был. Наш самолет выпускался в Дрездене, то есть он у нас немец, парень, вот. В этом году исполняется 60 лет. Вот, и из этих 60 лет, 25 лет он, я его лелею, нашего друга Лёху. Он был выпущен и летал в Европе, авиакомпания «Торонто». Потом он был передан румынским ВВС, летал он там, да. Потом он снова вернулся в «Аэрофлот» румынский. Вот, и в 87 году он был передан в Советский Союз. Вот, ну, эксплуатировался он на северах, везде по северам летал, это пассажирские перевозки, груз, почта. Недавно мы двигатели запускали, разжились бензинчик, там это пополнили масло, АМГ заправили систему. Сейчас идет одна борьба за удержание, спасание этого самолета. Батюшки только не писали Господу Богу, а так везде писали, везде отрицательные ответы. По поводу самолета здесь очень жестко. Купил, содержи, не можешь, отдай. Не хочешь, продай. Там, вот такие ответы. Я посижу. Да. Вот здесь вот. За эти годы все, вот здесь уже в Питере мне одна компания помогла вот выбраться с налогового, транспортного налога. Это 1 000 000. Это полная утопия, это крах авиации. 9 мая тренировку здесь проводят.
Сегодня вон там трибуну поставили. Чувство такое, что это порежется, все забудется, но она не вернется уже никогда. Не будет тогда уже Ил-14, и Сан Саныча не будет, потому что уже возраст 69, как-никак. Ну, любовь не пропала, она как была, она так и есть. Можно наливать, мы парад приняли. Аэродром Горелого. Относится он к Министерству обороны, именно к ремонтному вертолетному заводу. Ну, пока временно нас пустили, когда это будет постоянно, не знаем. Но предупреждения были в устной форме, что надо будет покинуть к осени его. И трудно сказать, куда даже лететь, по правде. Чай будем пить? Будем, конечно. Чай. Чай не пил. Такая сила. Да. Чай попил совсем ослаб. За эти годы вот эти, ну, сильно перетрясло и налоговое там, и прочее, прочее, что отберем, продадим и прочее. Это сказывается-то. Это, я не знаю, нужно быть каким человеком, чтобы... Да не, ну что ты вот там переживаешь? Ну ты бы вот переживал, если 25 лет, да, вот вместе летали, когда-то он меня кормил, сейчас я его сохраняю. Вот, как не переживать? Ну вот, что завтра твой самолет на торги выставят. И как это найдется этот человек, продать с потрохами, и все. И главное, ничего не делаешь, власть отбирает. Она не помогает. Никто не помогает. Только вот одни отдай, вот даже доходит до того, что на цвет мед бы сдал, там и то у тебя там, типа того, что было там. Не только мы. Аэроклубы там и все это рушится. Но рушится и авиакомпания, рушится вся авиация. Понимаете? И нету на горизонте нигде, нету, что это будет какая-то помощь авиации или там прочее, прочее. Я держусь еще. Еще нужно... Вот сейчас мост дострою я. Я строю мост в Крыму на пенсию. Сейчас еще поток дострою, может потом легче будет как. На койке всю зиму провалялся. Очень грустно. Ну, вот, и тем более сейчас, после всех этих, надо немножечко успокоиться, как бы. Еще болячка эта теребит, еще не дает покоя. Пока. Ну, думаю, все утрясется. Чаще на аэродром выезжать, и все будет нормально. Мечтаю выздороветь после этой тяжелой болезни. Вот, и, конечно, сохранить, поднять еще и самое. Конечно, я медкомиссию навряд ли пройду. Еще проблема летчика найти, понимаете, я очень ревностно отношусь к летчику, которому я уступлю свое кресло. Для меня это трагедия, вот честно я вам скажу. Ну, а все что-то приходят, такие летчики, понимаете. А здесь надо любить самолет, поршня, да, на грязное, да, на это. Ну, иди на рыбасе летай, господи. То есть на сегодняшний день у меня нет человека, который мог бы заменить меня в моем кресле. Вот нету, ищем, нету, приходят, а сколько платить? А сколько будешь? Ну, как что тебе сказать? Жалко, очень обидно, да. Ну, поднять, поднимем, ну, все равно, то есть, здесь будут испытатели поднимать, я уж не лезу туда. И потом, хотя бы облетать, самолет ожил. Может, тогда быстрее появятся и спонсоры, и летчики, и техники. Вот, но на сегодняшний день это вот так вот. Мне исполняется в этом году, у нас такой год юбилейный, 50 лет, как я в авиации. То есть юбилейный год. Хотелось бы отметить, но не знаю, как это мы будем отмечать все это. Хотя дело движется
не в ту сторону. Ну, терпим пока, боремся.